Отец, я благодарю Тебя, что Восток открыт. И врата впускают эту славу, которую переживут Измаил. Ты мой сын. Я говорю, царь воссядет и будет пировать в присутствии славы. Поехали! Здесь наливаем. Пьем. Дайте я ей еще налью. Отпустите ее. Отпустите. Если человек напился, дайте ему полежать спокойно. Вот смотрите, все, кто будут смотреть эту запись. Два переводчика, оба в дупель. Демон, в этот раз ты точно сгинешь. Прочь! Прочь! Будь полностью исцелена вместе с дочерью во имя Иисуса. Ну-ка, вышел, вышел из нее! Вышел вон! Гонь! Огонь! Поставлен на управление, поставлен как сын, на которому поставили печать на лбу, раздавать хлеб жизни, раздавать возможности. Это твоя судьба. Alléluia, alléluia, alléluia,
Sasis ba Adonai, tangel nafshi be Elohai. Ki bishani bigdeisha, meizdakai atani. Ki bishani bigdeisha, meizdakai atani. Sasis ba Adonai, tangel nafshi be Elohai. Me stakaya tani. So fast is badonai.
שרים חנו ורחום וצדיק
Идите все сюда! Здесь такое помазание, идите все сюда! Здесь не будет никакой лекции, будет только слава Отца! Животворящий дух Иешуа! Здесь купальня для исцеления! Хоу! Хоу! Еще, еще! Помазание! Хоу! Хоу! Хей-я! Хоу!
Еще! Огонь приходит! Přichází oheň! Помазание! Масло, которое не закончится никогда! Олей, который никогда не скончи! Помазание – моя прибыль! Помазание – мой зиск! Помазание – мой успех! Помазание – мой успех! Помазание – мое нетление! Помазание – моя непомилость! Это моя радость! Это моя радость! О! Закричи отцу, аллилуйя! Закричи отцу, аллилуйя! Скажи со мной помазание! Скажи со мной помазание! 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 Положи на себя руку, скажи помазание! Положи на себя руку, а скажи помазание! Сейчас мы еще продолжим танцевать, друзья мои. Еще будем дальше танцевать. Пускай тихонечко играет эта музычка. А тише играет эта гудба. У меня сейчас, когда я стоял в первом ряду, было прямо путешествие во времени. Když jsem стал в první řadě, так jsem cestoval часом. События, которые произошли с нами недавно. До událostí, které se staly недавно. Мы были на берегу моря поздно ночью, в 3 часа ночи. Byli jsme на břehu moře pozdě в ночи, ve 3 hodiny. И на берег вышло примерно 20 молодых юношей, худых как скелет. А на берег вышло аси так 20 губенных младику. Как мы узнали потом, это были курды. А как мы се потом доведели, так то были курдове. Мусульмане. Муслимове. И они без всякого алкоголя. А они без алкоголу. Без всяких женщин, их не было вокруг. Без жен. Нигде колем не были жены. Без всякой травы. Без травы. Они начали танцевать перед Богом свой танец. Зачали танцевать перед Богом свой танец. Это надо было видеть просто. То и потреба увидеть. Они подбрасывали вверх желтый песок. Они выгазывали до верху песок. Барабанили на пластмассовых стульчиках. А с жидли мели бубны. И они хлопали друг другу, когда кто-то начинал сольно танцевать. А когда некто начал горливо танцевать, так они си тлескали. Через несколько минут я заметил, что я начал им хлопать. А за несколько минут я си вшимал, что сам им начал тлескать. Я не говорил этого, но Дух Святой меня тогда спросил. Я сам то не сказал, а Дух Святой се мне тогда зептал. Два вопроса. Две отаски. Первый он спросил, как ты думаешь, кому они сейчас поклоняются? Первый было, что ты мислишь, кого ты тут снивай? Я немножко растерялся и сказал, кому, отец? Я сам был трошку взматен, а сказал сам, кого, отче? И он сказал, есть только один, кому можно поклоняться, это я. А он сказал, есть только один, кого я можно уцнивать, а это я. Я стал хлопать еще громче. Я сам начал плескать еще гласитей. И потом он меня спросил очень важный вопрос, который касается нас сегодня здесь. А потом сам я зептал очень важную вопрос, которая касается нас здесь.
Я увидел в видении сидящих очень благочестивых христиан на какой-то конференции. А видел сам видение, как сидела спуста христиан на некой дулежитой конференции. Во мгновение ока я почувствовал эту атмосферу надмения. Окамжите сам поцитил ту атмосферу пихи. Безразличия. Такого лгостейности. А мои глаза в это время видели этих горячих парней, которые танцевали изо всех сил, как Давид. Очи видели ты хлопцы, которые изо всех сил танцевали, как Давид. В одних шортах, без ничего, только шорты. Еном мели кредесы, без ничего. И на пляже никого, кроме Бога. А на пляже не был никто, еном Бог. И отец меня спросил. А отец мне зептал. Где ты сейчас хочешь быть, там или здесь? Где хочешь ты быть? Там, небо, и мое религиозное сознание еще не выветренное, оно говорит, ну там же христиане. А моя набоженская мысль еще это не могла стравить, а říká, ну вжить там сау христиане. Дух Святой тыкнул мне в грудь и сказал, скажи честно. А Дух Святой мне říká, так řекни упрямне. Я хочу, отец, быть здесь. Отче, я хочу быть тады. Где так любят. Где так милуют. Тебя. Тебе. Я не хочу сидеть среди тех, кому все равно. Я не хочу сидеть между теми, кому это лгостейно. Я не хочу сидеть, я не могу сидеть. Я не хочу сидеть, не могу сидеть. И поэтому, когда эти сестры, они сегодня здесь водили этот хоровод. А потому эти сестры, которые здесь танцевали. Ритм примерно был такой, как у этих парней. Ритмус был асси такой, как у тех хлопцов. Но слушайте, у них не было колонок и этого прекрасного пола, там был песок. Ale poslouchejte, oni neměli bedny ani tu nádhernou podlahu, tam byl písek. И когда я им хлопал, через 10 минут они все сели вокруг нас. 20 юношей, я немножко такой, здравствуйте. А když jsem jim тлескал, так за 20 минут все седли колем нас, тих 20 хлопцов. Знаешь, что такое, когда 20 курдов садятся вокруг тебя и твоей жены, а вокруг никого? Víš, co to je, když 20 курдов se posadí kolem тебя, а твоей manželky, а kolem никто není? И они сказали, мы курды. Они рекли, мы сме курдова. Это те, с кем постоянно Турция имеет проблемы свои. То есть у тех, с которыми има Турецко неустале проблем. И они сказали, большинство из нас, мы живем на 150 долларов в месяц, мы нищие. А они рекли, вечина из нас живеме на 150 долларов за месяц, мы сме худобни. И я подумал, я понимаю теперь, почему вы такие худые. A jsem si pomyslel, teď už chápu, proč se tak hubení. On один из них сказал, я учусь в университете, я его закончу и даже не знаю, найду ли я работу даже на 150 долларов. A on říká, já se učím v univerzitě a když skončím univerzitu, tak nevím, jestli najdu práci за 150 долларов. А я сижу такой, знаете. А я сидим. И он меня спросил, за сколько ты снимаешь здесь квартиру? А он меня спросил, за сколько ты тady за сколько платишь тады за бит? Я сказал, примерно за 500 евро. Я сам сказал, аси так за 500 евро. Они все аж такие съежились. Они все к ней просто снаежили. Ну, сжались, они говорят, это примерно полгода нашей зарплаты. Они рекли, то я аси полгода нашей выплаты. Мне аж стало стыдно. Я сам себя аж начал стыдеть. Я думаю, какой повод у них радоваться? А помислял сам си, яку мои причины. По-человечески, будущего нет. Не мають жодного будущності. Я спросила, як же ваш Ердоган? Он що, не заботиться о вас? А сам же кольцо ваш Ердоган, он все вас. Они сказали, його заботить тільки сирійське золото. А вони рекли, його займає лише сирське злато. І вони сказали, можна вам задати вопрос. Ми розмовляли через переводчик в телефоні. Ми спомнили сказати перекладач в телефону. І вони рекли, можу вам дати отазку. Это такой, знаете, вопрос глаза в глаза. Видите, это была такова отазка с очи до очи. Их 20, а мы только вдвоем. Их было 20, а мы сме были еном два. И он спросил, как ты относишься? Ты мусульманин, на меня спросил? А он мне зептал, си муслим? Я говорю, нет, я не мусульманин. Я сам рекал, не, я не сам муслим. Они затихли, и он продолжал, говорит, а как ты относишься к мусульманам? Який маешь стах к муслимам? Я думаю, тут без вариантов, что говорить вообще. Я сам рекал, тады не са жадные варианты, что вам жить. Но я не стал им говорить, как я отношусь к мусульманам. Але я сам им не рекал, як я мам. Я им сказал, я считаю, что Бог очень особенным образом любит мусульман. Я сам рекал, мислим си, же Бог специальным способом милует муслими. И относится к ним по-отцовски.
А ма с ним, ма к ним отцовский встал. И они взревели такие, прямо руки вскинули. Вау! А они так закричали, вау! А встали руки нагору. И я подумал, откуда у этих людей, у этих юношей столько радости, без всякого допинга? А я себе помыслил, откуда мои эти хлопцы толик радости без допинга? И я тебе хочу сказать ответ на этот вопрос. А хочу тебе сказать ответ на эту отазку. Этот ответ очень похож на то, что говорил Давид. А та ответ є вельми подобна на то, что сказал Давид. Вот ответ. Тарі У них нет ничего, кроме их Бога. Они не мають ніц, кроме их Бога. А большинству христиан все время мало. А то є про христиан неустале мало. Им все время мало, чтобы понять, что мы избраны, что Бог нас любит. Христианам є мало, аби похопили, що ми виволені, а що Бог є милує. Переключились на то, що что-то все время надо, щоб була радость. А вони си мислі неустале, що є нічо потреба к тому, аби була радость. Вони там всі були неженаті. Вони там всі були свободні. Потому що як жениться, коли нету денег, негде жити вообще? Тому що як се оженити, коли не маєш пенізи, а не маєш де бідлет? Без всякої надежди устроїть свою жизнь. А не мели надеи, как наладить свой живот. Я сегодня задаю вопрос, так может это и есть то состояние, в котором мы будем учиться радоваться? А я даю вам отазку, можно то-то и тот став, в котором мы будем учиться радоваться? Неужели нужно все отобрать, чтобы ты понял, что кроме Бога, в принципе, у тебя ничего нет? Что пак, я потреба тебе всекно взять, аби спохопил, что кроме Бога в засаде ниц не маешь? И Давид сказал, танцевал, и буду танцевать, как сумасшедший. А Давид řekl, танцую, а буду танцевать, как блазен. Потому что у меня есть дворец и такая жена, как ты, Милхола. Потому что я мам палаца, такого уж манжелку, как ты, Мико. Потому что смотри, как много золота у меня уже собралось. Потому что подивитесь, сколько мам злата. Посмотри, сколько бизнесов я открыл, вот буду радоваться. Подивитесь, сколько подниканий сему, что ты взял, буду се радовать. Это похоже на слова Давида? Это подобное Давидовым словам? Нет! Не! Он сказал, я буду радоваться, потому что Бог избрал меня. Он сказал, я се буду радовать, потому что Бог меня выволил. И даже если моя жена сегодня считает, что я чучело. А доконце, и когда си моя манжелка мысли, что сем блазен. Или если твой муж еще считает, что с тобой что-то не в порядке, ты в секте, или у тебя с головой проблемы, потому что ты молишься по ночам и танцуешь. А... I když si tvůj manžel myslí, že jsi v sektě, že s tebou není něco v pořádku, že jsi zblázně, protože v noci se modlíš a tancuješ. I mě píšu, ty говорят, já molím po ночам, a on говорí, ty совсем с ума сошла с этим яковишиным. A mě píšou, já se modlím v noci a manžel mě říká, že jsi úplně zblázně asi s tím svým jakovišinem. Однажды он увидел, как я танцую перед экраном и сказал, все, тебя пора сдавать в сумасшедший дом. A když viděl, jak tancuji před obrazovkou, tak řekl, je čas tě dát do blázince. Что мне делать? Co mám dělat? Я говорю, сильнее танцуй! Já říkám, ještě víc tancuj! Сильнее танцуй! Ještě víc tancuj! Потому что есть повод! Protože je příčina! И этот повод не муж! A ta příčina není manžel! А избрание отца! Ale Он избрал тебя! Он тебя выволил! Именно поэтому ты танцуешь, что до тебя дошло, что он избрал тебя! А ты танцуешь, потому что тебе дошло, что тебя выволил! Счастье заключается, что тебе дошло до тебя! Счастье спочива в том, что тебе дошло! И поэтому Иисус, он говорит, блажен ты, Петр! Счастлив, что тебе это открыто! А потому Ježíš řekl, jsi blažený Petře, jsi šťastný, že ti to bylo zjeveno. Танцуй и веселись. Танцуй а веселься. Или вы думаете, что Яковишин танцует на первом ряду, чтобы вас тут заводить? Nebo si myslíte, že Яковишин танцует в первой ряде, аби вас побавил? Яковишин просто не может сидеть. Яковишин просто не может сидеть. Отец вставил это шило в попу навсегда. Отец мне то шидло до задку навжди. Как Еремия говорил, только рот закрыл, только сел, не могу сидеть. Так как Еремия сказал, еном сам завжал уста, так не могу сидеть. Если не танец, то хотя бы иди вперед. Аспонь, идешь до вперед. Не можешь идти вперед, кричи.
Не можешь идти допреду, так кричь. Если даже ты сегодня лежишь и можешь шевелить только пальцем в знак согласия с избранным, шевели своим пальцем. А если лежишь, а не можешь се погнуть, иному гибать пальцем, как знак мені согласу, гибай своим перстом. Покажи этим пальцем, отец, я знаю, ты избрал меня, я жив, смотри, мой палец шевелится. Ukáž svým prsem a řekni, Otče, já jsem živý, já to vím, že jsem vyvolený a na znamení toho hýbám prstem. V písání je jedna istina pro tvoje nohy. V písmu je jedna pravda o tvých nohou. Tam napísano, že jakýto muž napísano, nevladěl nohami. Tam je napsáno, že nějaký muž neovládal nohy. No Pavel, když propovědol, smatřel se v něho i on uviděl v něm věru. Ale když Pavel kázal, tak on se na něho podíval a uviděl v něm víru. Он ещё не владел ногами. Не владел это значит ноги не принадлежали ему. Он ещё не овладал ноги, то znamená, že jakoby mu nohy nepatřily. Но достаточно в его глазах Павлу было что-то увидеть. Ale Pavel v jeho očích něco uviděl. И этот человек встал и начал ходить, начал танцевать. A ten člověk stál a začal chodit, začal tancovat. Это означает, что он взял власть над своими ногами. To znamená, že vzal autoritu nad svýma nohama. S pomocí, jak vždy, prosvěšených mozgů. My budeme tancovat, nebo ne? Jako vždycky za pomocí osvíceného rozumu. Budeme tancovat, nebo ne? Друзья, это не просто какая-то заводилка на конференции. Přátelé, to není nějaké rozhořování na konferenci. Вот это самое главное, ради чего мы здесь вообще. Toto je to nejdůležitější, kvůli čemu jsme tady. Ради чего все учения. Toto je důležitější než všechno učení. Molitvy, pomazání, vozložení ruk, to vše ради toho. Radosti a торжества v Duchu Svatém. Modlitby a vzkládání rukou je všechno kvůli tomuto, kvůli tancování, pomazání v Duchu Svatém. Neužili my přijeli sem posedět a posmatrat na člověka, na Jakovišina. Co pak se sem přijeli sedět a dívat se na člověka, na Jakovišina? Kdo tam mě psal, říká, no my chceme, aby tam sláva густая byla, no давайте, my ждеme. Někdo mě psal, chceme, aby tady byla hustá sláva, my čekáme. I kdo toho chce, on должен prvním být здесь. A kdo to chce, tak musí být první tady. Потому что слава не в том, что я сюда приехал. Protože sláva není v tom, že jsem sem přijel. А слава заключается в том, что ты понял, что ты избран. Ale sláva spočívá v tom, že jsi pochopil, že jsi vyvolen. А если понял, не удержишься от танца. A jestli jsi to pochopil, tak se nezdržíš tancování. Kde naša Mirka? Вот она. Хоу! Здесь такое помазание, выходите все сюда. Хоу! Хоу! Когда ты танцуешь, помышляй о себе, как о избранном. Скажи себе, я это делаю, потому что я избран, я понял это? Я это делаю, потому что я Богом выбранный.
Slavse, Otče! Slavse, Otče! Hej, hej! Давай Отцу дадим славу! Дай мне Отцу славу! Отец, ты такой Отец! Отче, ты си такой Отец! Подойдите чуть поближе сюда, я хочу Пойдите помолиться. Пойдите трошку ближе сам, хочу себе помолить. Аллилуйя! Я чувствую, началось уже нормальное такое помазание. Для исцеления. Цитим, что уже начало помазание про уздравание. Оно сильно будет усиляться все эти дни. А будет засиловать целые эти дни. Иван, ты где? Будешь помогать мне, хорошо? Иван, поможешь. Отец сейчас прикоснется. Отец се теď будет дотыкать. Кто-то исцелится. Некто се уздрави. Кто-то получит помазание, обновление. Некто достанет помазание и обнову. Кто-то получит свою свободу от смятения. Некто достанет свободу от смятку. И здесь есть еще люди, у которых сейчас очень сложная финансовая ситуация. Это бремя разрушится. Сов тады люди, которые сов без сложной финансовой ситуации, а то бремя падне. Отец, я благодарю тебя. Отче, я тебе дякую. Просто принимай сейчас помазание, думай только о помазании. Примай теперь помазание, примышляй только о помазании. Идите сюда вы. Пойдите сам. Идите сюда. Я вижу, как Святой Дух вас касается. Видим, как Святой Дух Святой дотыка. Сделайте шаг назад. Уделайте крок дозаду. Отец, спасибо тебе. Отче, дякую тебе. Отец, я благодарю тебя. Отче, я тебе дякую. Еще. Я вижу, как течет помазание внутри. Видим, как внутри течет помазание. Молись за меня. Отец, спасибо. Отче, дякую. Просто положите и все. Если кто-то падает, ничего страшного, просто дайте лечь и все. Если некто падает, так его просто еном положите. Отец, ты такой отец. Отче, ты си такой отец. Самое, что лучшее ты можешь сейчас сделать. То наилепшее, что теперь можешь уделать. Это переживать прикосновение силы его. Я проживать дотык его моци. Чувствуй, как течение масла в тебе. Cítit ten prout oleje v tobě. Ještě немного сейчас пойдет новый прилив, я пройду на některé. Ještě chvilku a půjde další vlna, já budu procházet. Já položu ruky na některých. Položu ruky na některých. A vložím ruce na některých. Haleluja. Haleluja, Otče. Помазание твое. Помазание. Отец. Отче. Сила течет в теле сейчас. Теть тече моц в теле. Сила. Моц. Возрастающее помазание. Взрастающее помазание. Я высвобождаю твою исцеляющую силу на нее сейчас. Увольняю теть на ней твою уздравляющую моц.
Еще. Еще. Пускай стоит здесь. Отец, спасибо тебе. Отче, дякую тебе. Отец, спасибо тебе. Дякую тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец, спасибо. Отче, дякую. Сила твоя движется могущество. Да, мощь не погибает. Всепобеждающая святая слава. Над чим витязící свята слава. Отец, я благодарю тебя. Отче, я тебе дякую. Положите под... Всепобеждающая святая слава. Над чим витязící свята слава. Сила Божья. Еще стойте. Можно принять больше. Можешь принять больше. Еще побудьте здесь. Еще тут будь. Отец, я благодарю тебя. Отче, я тебе дякую. Ну иди сюда. Иди. Отцем. Слава, 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 слава. 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 Скажи помазание. Рекни помазание. Еще. Всепобеждающая слава твоя. Над чем витязится твоя слава? Еще. 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 Я вижу сейчас, как будто такая мантия золотая. Ведь виден такой золотый плащ. Да, такой плащ. Отец, спасибо тебе за это покрывало. Отче, дякую тебе за эту покрывку. Сейчас я возложу на тебя руку. Ведь на тебя вложим руку. Ты почувствуешь, как отец что-то внутри производит. А будешь чувствовать, как отец что-то внутри делает. Физически. Физически. Еще, еще. Я сейчас видел, как будто сосуд какой-то, да? Видел я, как бы, некую надобу. И наливалось внутрь тебя. А наливалось это. И это происходит прямо сейчас. А где это прямо теперь? Отец, я благодарю тебя. Отче, я тебе дякую. Огонь, 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 огонь. Огонь, огонь. Сейчас обрати свое внимание на чувствование в теле. Теперь веную позорность поцитум в теле. Чувствование в теле. Поцитум, поцити в теле. Чувствование в теле. Поцити в теле. Отец, я благодарю тебя. Отче, я тебе дякую. Хо! Вау! Иди сюда, дорогой. Будь сам. Аллилуйя. Прозри! Прозри. Аллилуйя. Аллилуйя, отец, спасибо тебе. Отче, дякую тебе. О, такое масло сгущается сейчас. Так, олей се тут сгущує теперь. Отец, спасибо, спасибо, отче, дякую, спасибо. Дякую. Он еще свое не взял. Он так еще свое не взял. Можно взять больше. Можешь взять больше. Я тебя везде найду, Дух Святой говорит. Дух Святой říká, всюду тебя найду. Огонь! 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 Отец, спасибо, спасибо, отче, дякую, спасибо. Огонь! Огонь! Отец, спасибо отче, тебе. Отче, дякую тебе. Сейчас исцеляющая сила движется через твое тело. Уздравите моце появится за твое тело. Еще. Еще. Отец, я благодарю тебя, что исцеляющая отче, сила твоя движется. Я тебе дякую, что твоя уздравительная моце появится. Во всем теле твоего сына. В целом теле твоего сына. Спасибо, отец. Дякую тебе, отче. Сейчас я буду говорить помазание. Теперь рекну помазание. И ты можешь чувствовать, как внутренность расширяется. А можешь чувствовать, как нитро расширяется. И тело будет исцеляться твое прямо. А тело все будет уздоровывать.
Принимай. Přijmej. Принимай. Přijmej. Принимай. Přijmej. Помазание. Помазание. Огонь. 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 Отец, спасибо тебе. Отче, дякую тебе. Аллилуйя, Отец, спасибо тебе. Отче, дякую тебе. Твоя исцеляющая сила течет по телу. Уздравляющая мощь течет по телу. Помолись еще, на ноги возложи руки. Аллилуйя. Отец, спасибо. Отче, дякую. Надя, что ты смеешься? Аллилуйя. Аллилуйя. Можете шевелить ножками потихоньку. Можешь помалу сдвигать ноги. Помазание вот здесь сейчас вижу. Теперь видим тари помазание. Помазание, еще, помазание. Еще. Отец, все внутри. Все отче, внутри. Всех не вовнич. Аллилуйя. Аллилуйя. Иван, успевай, заходи назад. Туда, туда, назад. Давайте здесь поднимем руки. Позвернем тари руце. Просто переживай помазание, ни о чем не думай. Просто не премышляй о ничем, а проживай помазание. Дай мне сюда. Иди сюда, иди сюда. Сэм. Помазание, отец. Помазание, отче. Помазание. Это заразно. Это накашливо. Отец, спасибо тебе. Отче, дякую тебе. Аллилуйя, Отец, слава тебе. Так хорошо. Скажите, так хорошо. То есть добре, и так добре. Я вижу, как Отец прикасается к кончикам нервных окончаний. Видим, как се отец отыка коречком нервовых закончений. Может быть, немножко щекотно или смешно. Можно, что это трошку лехта, либо это смешно. Но это хорошо, это расслабление. Это добре, это увольнение. Это то самое расслабление. Это то стейное увольнение. Вот оно пошло. Теперь то... Опустите ваши ручки. Отец, спасибо тебе. Отче, стойте тут, стойте, стойте. Стой, тари. Ваши нервы сегодня пройдут, я вам обещаю. Стойте, стойте, стойте. Исцеляется нервная система. Я не знаю, что у вас, но я вижу. Помазание сейчас. Помазание. Во все нервные окончания. Все остатки стрессов, смятений, давления. Позустатки стрессу, смятку, распадаются. Все распадают. Отец, я благодарю Отче, тебя. Отче, я тебе дякую. Благодарю тебя. Дякую тебе. Отдыхай сейчас, отдыхай. Отпочивай тут. Каждому говорю, отдыхай сейчас. Каждому рикам, тут отпочивай. Пускай тело твое напитывается нетлением и исцелением. Ать твое тело насава уздравение, а не помивост. Аллилуйя. Аллилуйя. Шара, слава, слава, слава. Слава, слава, слава. Отец, такая слава. Отче, такова слава. Такая слава. Такова слава. Твоя святая слава сейчас проходит через нее. Твоя святая слава, ты проходишь сквозь нее. Можешь там, где ты стоишь, сказать это. Твоя святая там, слава можешь... проходит через меня. Твоя святая слава проходит сквозь меня. Твоя святая слава Твоя проходит. Твоя святая слава проходит. Аллилуйя. Я вижу, как нетление течет в твоем теле сейчас. Видим, как течет в твоем теле непомимость. Отец, спасибо. Отче, дякую. Нетление течет в теле сейчас. Непомимость течет в теле. Прямо это нетление. Та непомимость.
И оно наполняет тело. Наполняет тело. Ты можешь сейчас чувствовать облегчение и жар в теле. Теперь можешь чувствовать улегчение и горько в теле. Дух Святой любит тело. Дух Святой милует тело. Это вечный союз, дух и тело. Это вечное споение, дух и тело. Потому что ты не умрешь. Потому что ты не замрешь. Отец говорит, клянусь, ты будешь жить, как я живу. Отец říká, přísám, že budeš žít, jako já žiju. Аллилуйя. Вам уже хорошо? Je vám už dobře? Аллилуйя. Отец, спасибо, спасибо. Отче, děkuju. Спасибо, спасибо, спасибо. Она встала уже, да? Да, отпусти, ты пусть человек наслаждается. Пусть я си ужиба. Иди сюда. Под сам. Иди сюда. Под сам. Это Аня, любимица папы. Анечка, милованная таты. Она любит помазание. Она милует помазание. Отец ее берет и путешествует с ней. Отец ее берет и путешествует с ней. У Словаки есть человек, который будет двигаться в телепорте. А на Словенску есть человек, который se bude pohybovat в телепорту. Ты хочешь этого? Хочешь то? Бери. Бер. И отец говорит тебе сейчас, ты не бойся, не бойся. Ты просто скажи, я хочу этого. Просто скажи, я то хочу. И будет. А будет то. И будет. А будет то. И будет. Будет то. Помазание. 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 Еще, еще. Еще, еще, еще. Отец, спасибо тебе. Отче, дякую тебе. Святой Дух говорит тебе, прошлого нет. Дух Святой тебе říká, минулост не existuje. Есть ныне, где я и ты. Є нині, где jsem я и ты. Прошлого нет. Минулост не existuje. Отец, спасибо тебе. Отче, дякую тебе. А где я вам вообще? Ваня, успевай. Отец, спасибо тебе. Отче, дякую тебе. Наполняешь ее сейчас. Ты теперь наполняешь. Твоей исцеляющей силой. Твоей уздравляющей эмоцией. Еще Марсия. Огонь! Огонь! Ну? Ну! Огонь! 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 Полная свобода! Полная свобода! Сейчас! Теть! И навсегда! А навжди! Везде, где есть демоническая активность! Шуде. Демоны, я повелеваю тебе! Шуде, где есть демоническая активность! Прочь! Я вам поручим, вен! Разум освобождается. Разум се освобозує. Тело освобождается. Тело се освобозує. Огонь. Огонь. Помазание течет. Помазание течет. Помазание. Помазание течет. Принимайте смело. Смело принимайте. Принимайте полностью. Принимайте уполне. Иди сюда. Под сам. Отец, я благодарю тебя за огонь, который сходит на нее прямо сейчас. Еще! Еще! Еще вышел. Вышел. Полностью оставь ее. Уполняй ее опусть. Вот так-то лучше. Олечка, подыши с ней, подыши. Посмотри в ее глаза сейчас. Подивайся и дочь. Определи, что там произошло. Но я чувствую, вышел демон. Чувствую, что вышел демон. Аллилуйя. Аллилуйя.
Телепорт, скажи сама. Телепортация, рекни. Ты будешь тем, кто откроет телепорт Словакии. Будешь тем, кто зъяви телепорт Словакии. Я говорю тебе Духом Божьим. Я тебе рекам Духом Божьим. Так что я жду тебя по телепорту в ноябре в Турции. Так что я тебя зву, что ты будешь телепортовать до Турецка в листопаду. Отец, спасибо тебе. Отче, дякую тебе. Вау, я такой огонь сейчас на этом действии переживаю. Я проживаю такой огонь. А, ща надо да сайрес. Мартин, принеси мальчика сюда. Это мальчик? Принес сам... Это хлопец? Да. Чего он плачет? Проч плачет? Привет. Не плачь. Не плачь. Лев из колена Иудина победил. Лев из колена Иуды звитязил. Отец, твоя сила движется в нем прямо сейчас. Ва моц се появе праве теть. Ему не жарко? Ему горко. Отец, спасибо, спасибо. Отче, дякую, дякую. Я вижу, как твое нетление движется в его теле. Видим, как се непомивость появе в его теле. Прямо я чувствую это. Цитим твою то. Руку на нем. Цитим твою руку на нем. Отец, я благодарю тебя. Отче, я тебе дякую. Отец, спасибо. Отче, дякую тебе. Спасибо, спасибо. Дякую. Такая семья благословенная вообще. Такова пожинанная родина. Я хочу, чтобы мне помогли еще послужить сейчас. Иди ты сюда. Хочу, чтобы мне помогли еще послужить. Катка, иди сюда. Катко, подь сам. Рыба, где ты? Ты сюда. Где Ивета? Где Ивета? Мирка. Мирка. О, мощная вообще команда такая. Это мощный тим. Аллилуйя. Я хочу, чтобы вы сейчас вот так шли, как я, и возлагали руки на людей. Хочу, чтобы вы так шли, как я, и вкладывали руки на людей. Это служение, это торжество, это запуск. То есть зрмаждение, то есть старт. Сынов апостолов. Сыну апостолу. Давайте, пройдите, не спеша, прямо высвобождайте помазание. Бежьте, не спешите, а увольните помазание. Прямо идите, делайте это с удовольствием. Делайте это с роскоши. Вы сегодня избраны. Сте днес виволені. Если кто-то стоит сзади и падает, то ну, подхватывайте и ложите на землю. Если někдо пада, так ви, что сте взаду, так его хитнете и положите на землю. Только, пожалуйста, не устраивайте молебен, просто возложите руки, высвободите помазание и идите дальше. Просто вложите нам руки, увольните помазание и бежите дальше. Ира, тоже иди, повозлагай руки на землю. Аллилуйя, Отец, спасибо. Аллилуйя, Отче, дякую. И когда на вас возлагают руки, принимайте эту силу. А когда на вас складывают руки, то принимайте эту мощь. Аллилуйя. Аллилуйя. И говорите помазание. А рекните помазание. 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 Те, кто сзади стоят, просто подхватывайте, если что. Те, кто стоит взаду, так и хитайте. Женоса. Риша Сангарес Гесса Пламара Дастантиохирас. Это сила Божья. Это Божий моц. Огонь. Огень. Огонь. Огень. Огонь. Огень. Огонь. Огень. Огонь. Огень. Еще. Еще. На вас возложили руки, просто принимайте этот огонь. Вложили сами руки, так принимайте этот огонь. Аллилуйя. Очень хорошо. Ай, хорошо. Свобода приходит. Приходит свобода. Огонь приходит. Огонь приходит. Сила приходит. Мощь приходит. Огонь. Огонь. Yes, I pray my Christi. Сильно я растираю. Сила радости. Моц радости. Это Дух Святой. Это Дух Святый. Не обязательно, чтобы вы падали. А не нужно, чтобы мы спадли.
Мне обязательно, чтобы вы радовались. Není nutné, aby ses radovala? Вы когда-нибудь смотрели в небо по-настоящему? Dívala ses někdy doopravdy do nebe? Нет? Ne? Нет? Ne? Посмотрите в мои глаза, и вы увидите. Подивай се до моих очей, а увидишь. Небо по-настоящему. Скутечное небо. Отец такой отец. Отец є такий отець. Так любит. Он так милує. Я разрушаю контроль сейчас на разум. Я теж ламу контролю на розуму. На всій житті. На цілу, на цілим животом. Контроль уходит. Контроль відхází. Контроль уходит. Контроль відхází. И помазание движется свободно в теле. А помазание се поїбує вольне в теле. В сознании. Ве відомі. Отец, я благодарю тебя. Вот Отче, так. Я тебе дякую. Дышите, дышите, сынок, дыхай, дыши. Дыхай, сынку, дыхай. Дыши, сынок, дыши. Дыхай, сынку. Еще. Помазание. Помазание. Отец, спасибо. Отче, спасибо. Дякую тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Роман, иди сюда. Роман, пойдь сам. Постой тут со мной. Стой тари со мной. Ты вообще знаешь хоть кто ты вообще? Видишь, вообще кто ты? Ты даже себе еще не представляешь, кто ты. Ани си не умеешь представить, кто ты? Как написано, мы уже сыны Божьи. Как є написано, мы уже Божьи сынове. Но еще не открылось, что будем. Але ще се не з'явило, що будемо. Но теперь начинаем видеть, как он есть. Але ти починаємо видіти, як он є. Ти будеш видіти, як он есть. Будеш видіти, як є. Открывай пророческие уста на этот регион. А отвірай пророцька уста на. Ти мой пророк. Ти си мой пророк. Ти мой син. Ти си мой син. Еще. Еще. На. Я вижу, как пророческое помазание начинает вращаться внутри тебя. Видим, как пророческое помазание начинает заебать внутрь тебя. Иногда будет такое ощущение, что просто сейчас лопнешь. Некогда будет такое ощущение, что тебе это теперь растырнет. Ох, это... Смотри, смотри сейчас, что-то будешь видеть еще. Дивайся, ты что увидишь. Ты приняла помазание? Прими помазание. Кто-то смеется, кто-то плачет. Кто-то плачет. Давай я одену на тебя этот плащ, стой. Я тебе облечу этот плащ. Кричи! Крич! Возвысь голос, не удерживайся! Возведни глаз! Шараламаса проблащен до голос сапарес. Давай сейчас поднимем руки все. Поднимем еще не руки. Независимо ни от чего. Не гляди на ниц. Сейчас, когда пойдешь на место, также можешь проверить свою спину, ноги. Реш пойдешь на место, так можешь проверить свои руки, ноги. Но прежде всего этого. Але především. Пускай царская слава течет через тебя. Ать королевская слава течет сквозь тебя. Держи руки поднятыми. Держи руки позвенуте. Исцеление приходит. Прихази уздравение. Прямо изнутри поднимается нетленной силой. Прямо зевнице позвена мощной помивости. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Дух животворящий. Животодарный дух. Дух животворящий. Дух животодарный дух. Дух животворящий. Животодарный дух. Дух животворящий. Животодарный дух. Дух животворящий. Животодарный дух. Животворящий дух. Животодарный.
Аллилуйя, Отец, спасибо тебе. Аллилуйя, Отче, дякую. Спасибо тебе. Дякую, несколько слов отче. Благодарности из сердца скажи Отцу. Рекни, Отце, за сердце и слово вдячности. Отец, ты такой Отец. Отче, ты си такой Отец. Ты такой Отец. Ты си такой Отец. Ты такой Отец. Ты си такой Отец. Еще скажи, скажи ему что-то. Еще ему нечто рекни. Пусть молния сейчас пройдет просто через твое тело. Отец, сказать твое тело пройдет блеск. Огонь его силы. Огонь его мощи. Огонь его силы. Огонь его мощи. Просто туда. А тут вообще какое-то лежбище котиков. Там некое лежение котяток. Ашталаранахта прийджа сандоморе бьярагеса. Не, я пойду посмотрю, что там происходит вообще. Огонь. Мне кажется, от них даже зажигаться можно. А мне сознажился, у них мужу запалить. О, Боже. И все это натворили наши дорогие словацкие сыны. А все это уделали наши дорогие словенские сыновы. Я хочу, чтобы вы друг на друга сейчас руки возложили, на кого-то одного. А вы навзаим на себе положили руку, на никого одного. И давайте будем говорить сейчас. А будем это говорить, говорить. Транслировать в тела. А приносить до тел. Животворящий дух. Животворящего духа. Прямо конкретно. Прямо конкретнее. Желай, чтобы через тебя тек животворящий дух в тело человека. Потом, аби сквозь тебе текло животворящий дух до тела человека. Животворящий дух. Животворящий дух. Животворящий дух. Животворящий дух. Иди сюда. Отца. Иди вот на эту тетю руки возложи, скажи. А вложи на эту. На ноги. Вот так, на ноги. И говори, животворящий дух. Рикай, животворящий дух. Животворящий дух. Животворящий дух. Говорите это, животворящий дух. Рикайте это, животворящий дух. Святая слава, животворящий дух. Святая слава, животворящий дух. Это свобода. То есть свобода. Это исцеление. То есть уздравление. Это богатство. То есть богатство. Это свет в разуме. Это светло в разуму. Это небеса. То есть у небеса. Это небеса. Соу то небеса. Это небеса. Соу то небеса. Скажи еще раз громко. Животворящий дух. Еще раз рекни ласите. Животворящий дух. Я дух животворящий. Сам животворящий дух. Я дышу, где я хочу. Дыхам, где хочу. От меня исходит сила. За мне выходит мощь. И исцеляет всех. А уздравляет всех. От меня исходит сила. За мне выходит мощь. И исцеляет всех. А уздравляет всех. От меня исходит сила. За мне выходит мощь. И исцеляет всех. А уздравляет всех. От меня исходит сила. За мне выходит мощь. И исцеляет всех. А уздравляет всех. От меня исходит сила. За мне выходит мощь. И исцеляет всех. А уздравляет всех. Еще скажи это. Еще то рекни. Почувствуй, как сила исходит из тебя. Почувствуй, как сила с тебя выходит. И исцеляет всех. А уздравляет всех. Аллилуйя. Ну как у тебя получилось? Подожди, кто? Ты чувствовал силу через ты твои руки? Мозг за свои руки? Положи на меня руки. Положи на мне руки. И скажи, от меня исходит сила. Рекни, за мне выходит мощь. И исцеляет тебя. А уздравляет тебя. Ты знаешь, у меня нос болит. Нос болит. Видишь, у меня болит нос. Хочешь положить руку на мой нос? Хочешь на мне положить руку? Ложи. Положь. И говори. А рекни. От меня исходит сила. За мне выходит мощь. Фу. И исцеляет тебя. А уздравляет тебя. Скажи мне, будь полностью исцелен. А рекни, будь уполне уздравлен. Фу.
Мальчик, иди еще на кого-то руки возложи. От него еще исходит сила. На никого вложи руки. Пастора приехали поисцеляться, да? Пастори приехали, все уздравили. Вау, просто такое помазание. Такое помазание. А что вы хотели? Чувствовали? Иди еще на кого-то, подходите к мальчику. На никого вкладай руки. Он знамение на этой конференции. Он есть знамение на этой конференции. Да, кому надо, подходите. Кто-то потребует, идите к нему. Смотрите. Подивайтесь. Дева сейчас снимает это кто-нибудь или нет? Натачи, то никто не понял. Молись за них, молись, Модли руки возлагай. Молись на них, а вкладай руки. Молодец, крутяк. Вау, 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 вау. Вы посмотрите на его лицо, сколько счастья. На его обличье. Вот так выглядит исцеляющий Иисус. Так выпадает уздравляющий Иисус. Полон детской радости. Полон детской радости. Полон победы, счастья. Полон вытяжки, счастья. И ни грамма сомнений. А ни грамм похибности. Он думает, смотрите, смотрите, что делается. Подивайтесь, что делается. Иди сюда, Давид, иди сюда. Давай вот на эту тетю с тобой руки возложим. Нет, нет, не надо. Вложим сполочные руки на тут тету. Тетя, видишь, тебя боится. Это с этим бои. Давай, вот прямо. Ты видишь, что ты можешь делать? Видишь, что можешь делать? Вот это да. Иди вот еще за мальчика помолись. А, возложи руки на его голову. И молись, говори, помазание, помазание. Помазание, помазание. Давайте все руки поднимем. Отец, я благодарю тебя, что сегодня ты можешь раскрывать уста младенцев. Сегодня заговорят младенцы. Потому что если не так, заговорят камни. Потому что если что так не будет, так будут говорить камни. Я благодарю тебя за избрание каждого здесь. Я тебе дякую за выбрание каждого тади. Я благодарю тебя за помазание на каждом. Я тебе дякую за помазание на каждом. Нет ни одного непомазанного здесь. Тади на ней ни один непомазанный. Не может не быть помазания на каждом, кто здесь. Не может не быть помазанный на каждом тади. Чудеса неизбежны. Зазраки сау невигнутелны. Знамения неизбежны. Знамени сау невигнутелны. Слава святая неизбежна. Свята слава и невигнутелна. Спасибо, Отец. Дякую тебе, Отче. Аллилуйя. Обними кого-то рядом. Обейми некого вверла себе. Скажи, помазанник. Рекни, помазанник. Сын Божий. Помазанник Божий. Ты красавчик. Полежи, полежи. Все, Надя. Энарешари. Алестера шара спреши мана спири. Тен шара скем прес оф ю май. А кто еще может переводить? На время. Никто не может? Ну ладно, будем без перевода. Аллилуйя. Только микрофон не урони. Ну что, полегчало? Это легче. Это лучше. Все хорошо? Супер. Класс. Аллилуйя. Если тебя прикоснулся Святой Дух, подними свою руку и скажи «Халлилуйя!» Скажи «Славы полно это место!» Что делают эти взрослые сестры?
Они как дети прыгают. Они сейчас как дети скачут. Мне так нравится. Мне это так любит. Все нормально? Все нормально. Все отлично. Аллилуйя. Как нравится. Столько лиц вообще. Так, это любит, толик тварей. Кто-то плачет. Почему вы плачете? Никто там плачет. Почему плачешь? Ну, вам хорошо? Я тих, добре. Отлично. Так отлично. Это файн. Друг мой, тебе хорошо вообще? Прители, тебе добре? Знаете, что самое первое чудо, которое сотворил Иисус? Он сделал так, чтобы всем было хорошо. Видите, что удел Иисус как первый зазрак? Удел так, чтобы все они имели добре, чтобы им было добре. Это было не исцеление даже. То не было ни уздравление. Он превратил воду в вино, и всем стало хорошо. Он сменил воду на вино, и всем было добре. То есть этим он что хотел сказать? А что им хотел жить? Он хотел сказать, мне самое главное, дети, чтобы вам было хорошо. Он тебе хотел сказать, что то наидолежитейшее про меня, чтобы вам, дети, было добре. А уже отсюда все остальное. А оттут и все то остальное. Скажи, мне хорошо. Мне добре. А будет еще лучше. А будет то еще лучше. А будем еще лучше. Ты рад тому, что отец здесь двигается в своей славе? Си рад, что се тари отец гибе в своей славе. Давай воздадим ему славу. Так дай ему славу. Аллилуйя. Еще, 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 еще. Еще, еще, еще. Вот. Вау, вау, вау. Вот мне кажется, а мне кажется, что вот примерно так должны проходить наши собрания. Так приближенно бы сомнели дить ты наше схромаждение. Вы когда-нибудь вообще были на свадьбе? Были ты нигде на свадьбе, а? Вот там, когда встает человек а поздравлять, там, тост говорит. Když někdo на той свадьбе říkat ten тост, то, то, и, например, он стоит и говорит тост 40 минут. Так се постави и омлуви ту здравицы 40 минут. Какое у вас переживание? О чем премышлишь? Что цитишь? Переживание такое, да иди. А všichni си мысли, так беж уж некам с тем. То есть на празднике длинная речь, она вообще не очень уместна. Так же на славности какая долгая речь нема места. Поэтому чем больше праздника, тем меньше разговоров. Так же чем больше славности, так меньше млувений. Каждый из вас здесь уже совершенный проповедник, вы все знаете. Так же каждый из вас є уж тады доконалый казатель, вы всехно віте. Поэтому будем есть, пить и что? Так же будем есть, пить, а что? Веселиться. Веселиться. Дайте сейчас спросим у нее, что она чувствовала. Что вы чувствовали, что Надя? Что сидела, Надя? Она умеет по-русски. Рад... Вы знаете, только пьяному может прийти в голову переводить переводчику. Смотрите на нее. Вот это свадьба! Два... Так, снимайте меня. Вот смотрите, все, кто будут смотреть эту запись. У словаков никаких условий для работы вообще нет. Два переводчика, оба в дупель. Что делать, не знаю. Что делать, не знаю. Еще кто-то здесь переводит? О! Я могу переводить. Давай, переводи. Я, правда, не все слова понимаю. Не все слова знаешь? Да. Ну, ничего. Ближе микрофон. Так. Два переводчика. Два прикладача. Напились. Супьян. Вместе с ними, смотрю, еще тут. Сполу с ними. И мы вызвали третьего переводчика. А сам третья прикладачка. Который еще немножко не допил. Которая еще со мной допила алкоголь. Ты пила сегодня, Святой Дух? А ну? Видишь, я спрашиваю по-русски, она знает русский. Но он мапита по-русски. А... Но отвечает по-словацки, чешски, да? Да? А ну. Это значит, что градус уже чуть-чуть пошел. То знамена за ступень еще. Давай с тобой выпьем. Будем это раз пить. О, видишь, как она профессионально сразу кружку берет.
Давайте все выпьем. Давайте все и будем... Иван, ты на всякий случай там ходи где-то сзади. Мало ли, не-не-не, далеко не уходи. Вот тут вот стой. У нас сегодня, смотрю, Святой Дух переводчиком наливает. Дай-ка я микрофон заберу на всякий случай. На, подержи. Ты готова? А тебе когда-нибудь вообще было пьяное полностью или нет? Нет. Надо учиться, вот давай поучимся. Берем все кружки, смотри, все за тебя сейчас пьют. За тебя. Да? Скажите, за переводчиков. За переводчиков. А мне кажется, он вообще не понимает, где он находится. Она стоит и думает, неужели и со мной такое будет? Ну давай просто выпьем скромно. Мне не обязательно, чтобы ты падала. Просто, чтобы тебе было хорошо. А что ты плачешь? Не знаешь? Это венцо уже начинает действовать. А знаешь, как взрослые люди рюмку выпьют и сидят, плачут в эту рюмку там. И говорят, что ты плачешь? А, это же она, мы не переводим, да? О, четвертый переводчик. Четвертый переводчик. И вот когда у пьяного спрашивают, что ты плачешь? Кется, питаю, опитаю, причо плачешь? Он говорит, я не знаю, это водка во мне плачет. То я не вем, то водка во мне плачет. А мы говорим, это все Святой Дух, я здесь ни при чем. То я Святой Дух, я сам тулен мимо. У Святого Духа к тебе такая нежная любовь. От Святого Духа к тебе идет такая нежная ласка. Он хочет, чтобы ты про все забыла, кроме него. Хочем, чтобы ты забыла все. Давай выпьем него. С тобой. Перед Дай, тем, выпьем как будешь пить, скажи, Святой Дух, я люблю тебя. Перед тем, как си выпьешь, повец, Святой Дух, я тебя любим. Наливаем, наливаем. Наливаем, наливаем, наливаем. Еще. Наливай, наливай. Наливай. Поднимай. Сдвигаем чашу. Вот я сейчас слева, вот здесь... Слева от тебя вижу. От тебя видим. Ангела. Ангела. Стоит здесь. Стоит ту. Он о тебе позаботится. Готов? Он са постара о тебя. Си готова? Давай. И мы все вместе. И... А все сполу. Оп! Отец, я благодарю тебя. Отец, дякуем тебе. Спасибо тебе, что это вино Святого Духа. Дякуем, что это вино Святого Духа. Давай еще по одной. Еще раз сидаме. Наливай. Наливай, 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 наливай. Поднимаем. И поехали. А, идеме. Ивета, ты еще не пьяная? Не. Не? Сейчас она тебе нальет. Я еще разок с ней налью. Еще раз си напьеме. Давай. А ты вообще была когда-нибудь пьяная или нет? Была си вообще никогда опита. Слава Господу, хоть Слава один трезвый Богу. Человек нашел. Аспонь один трезвый человек. Меня однажды спросили, а я не знаю, что это за пьяное состояние. Как мне понять, пьяный или не пьяный? Раз сама опитали, не вем, когда сам опит, а когда не. Я говорю, очень просто, смотри на пьяных и поймешь. Вельми легко, позри се на опитых, а увидишь. Примерно так все выглядит. Так, что все визерас, опитый. Я хочу просто, чтобы ты сейчас переживала течение Святого Духа. Хочу, чтобы ты сейчас переживала течение Святого Духа. Позволь себе чувствовать все, что угодно. Доволь си мысли чоколвек, что е пригодное. Отец, я благодарю тебя. Отец, дякуем ти. Что ты радикально меняешь все ее состояния. Же радикально меняешь всетки ей став. Я вижу, как на эмоциях распадается ярмо. Видим, как на эмоциях се распада ярмо. И слава сгущается над ее жизнью. А слава се загустюе над ее животом. Сгущается. Загустюе. Отец, я благодарю тебя. Отец, дякуем ти. Пускай переводит дальше. Ты пока пила, тут уже половину напились все. А Вета такая... Ангел Словакии. Ангел Словакии. Вы все вообще, все вы должны знать. Все вы должны знать. Что есть два ангела. Же есть два ангела. Благодаря которым вообще мы здесь сегодня. Дякую, же... Глобально в этой чехословацкой земле я, конечно, первый... Она сейчас сама свалится еще.
В чешской и словацкой земле я получил первое приглашение от Нади. В чешско-словенской земле я получил первое приглашение от Нади. Но именно в Словакии. Але праве на Словенску. Вот этот ангел барабанил в мою голову два года. Приедь сюда. Тенто ангел мне тлоукл до головы два роки. Приедь сам. Это очень ревностный ангел. Это вельми горливый ангел. Она даже психовала, что я там что-то задерживаюсь. Еще что-то. Она до конца се розчилувала, что задерживаюсь. Она мне снилась по ночам. Она се мне сдала ночь. В ночи. Говорит, ты обещал быть в Братиславе. Она říká, ты си слибил, что будешь в Братиславе. Я такой откладывал чуть-чуть и говорю, мы больше никуда не поедем. Я сам то откладывал, сказал сам, уж ведь никам не поедем. Но на берегу моря, когда мы отдыхали, она снова предстала, говорит, я жду тебя в Братиславе. Але на берегу моря, когда мы отпочивали, так она се пред мной объявила, сказала, чекаю тебя в Братиславе. Я пытался сказать ей, ну это просто, наверное, совесть меня мучает, что я там не приехал. А я сам се снажил říct, что аси мне сироми мучи, что сам не приел. Я четко, мне отец засвидетельствовал, сказал, это не вопрос какого-то, ну, самоправедности, что надо приехать. А отец мне ясно свечил, что это не вещь некой себесправедливости, что потреба приехать. Приедь, благослови сынов Словакии. Приедь, а пожегнай словенские сыны. Отец, я благодарю тебя. Отче, я тебе дякую. Отец, я благодарю Отче, тебя. Отче, я тебе дякую. Отец благословляет тебя огнем. Отец, ты жена огнем. Отец благословляет тебя огнем. Отец, ты жена огнем. Отец благословляет тебя светом. Отец, ты жена светлым. И отец благословляет тебя мощным расширением. А отец, ты жена мощным расширением. Слушай, что он говорит сейчас. Послушай, что ты říká. Все будет так, как ты захочешь. Всехно будет так, как будешь тит. Все будет лучше, чем ты захочешь. Всехно будет лепше, než будешь тит. Все будет моя слава. Всехно будет моя слава. И есть еще один ангел. А еще один ангел. Где Мирка? Где Мирка? Мирка. Ну, ты еще прячешься. Мирка. Она се схвала. Самое заметное и самое незаметное. Сама такого наивица, же и видит, а наивица не не видит. Она все практически организовала ради того, чтобы это состоялось. А она тари все организовала, аби то было. И скажу, что это был один из тех случаев, когда с моей стороны вообще не потребовалось никаких усилий. Я даже не знал, что она тут делает вообще. А было то один из примеров, где с моей стороны не было вообще никаких усилий, я сама не видела, что тут делала. Есть ангел, пастор. Есть ангел, пастор. Знаешь, это не какое-то рукоположение, я просто говорю, что у меня из духа идет сила. Я не вскладываю руки, але říkám то, что в моем духу. Пережившее отвержение. Která прожила odmítnutí. Предательство. Зраду. И Дух Святой сейчас говорит, теперь твое сердце готово. А Дух Святой теď říká, теď je твое сердце připravené. Я даю тебе авторитет. Я ти дам авторитету. Независимо от того, кто будет рядом. Nehledě на то, кто будет vedle тебе. Будет сбываться, как ты говоришь. Будет то так, как řekneš. Отец, я благодарю тебя. Отче, я тебе дякую. Благодарю тебя за это помазание. Дякую тебе за то помазание. А где еще я хочу, чтобы муж сюда пришел? Хочу, чтобы пришел сам манжел. Манжел Мирки. Пускай лежит. Муж. Янко. Я знаю это благословение служить вдвоем. Я знаю, что это пожелание служить вдвоем. Я когда приехал первый раз, он с подозрением на меня смотрел. Když jsem poprvé přijel, tak on se na mě podezřeně díval. Но когда мы кушали здесь, ужинали в первый день нашего сегодня, ну, теперешнего приезда. Ale když jsme spolu večeřeli, první den, když jsme sem přijeli. Я уже заметил, что он смотрит на меня с благоволением. Я уж сам си všiml, že na mě se dívá ze zalíbením. И вдруг я понял, что я люблю этого брата. A najednou jsem pochopil, že mám rád toho bratra. И теперь нам уже всегда быть вместе. A teď už vždycky budeme spolu. Отец, я благодарю тебя. Отче, я тебе дякую. Я слышу, как Дух Святой сейчас говорит, держи все в своих руках. Слышим, как тут Дух Святой říká, держ všechno ve svých rukách.
бездорожье или управление, выбери управление. Если идти просто не цестой, а не по жизнению, так си выбер жизнению. Помазание твое, иди сюда еще. Помазание, пусть там еще. Еще из меня течет еще. Земля еще течет. Отец, огонь! Отче, огонь! Огонь не погаснет! Огонь не загаснет! Огонь! Огонь! Благодарю, благодарю, дякую. Благодарю, благодарю, благодарю. Дякую. Спасибо, спасибо, дякую. Спасибо. Ближайшие три дня говори это слово «огонь», «огонь». В прищих трех днях říkай тото слово «огонь». Ты возжигаешь мой светильник. Ты запалуешь мою лампу. К концу третьего дня ты почувствуешь, что ты, твои мозги стали другими. А на конце третьего дня почувствуешь, что твой мозг есть. Просто ходи и говори, где бы ты ни был, огонь, огонь. А ты где-колив, рикай, огонь. Ты возжигаешь мой светильник. Ты запалуешь мою лампу. Давайте все это скажем. Огонь, огонь, ты возжигаешь мой светильник. Огонь, огонь, ты запалуешь мою лампу. Скажи еще раз. Еще одно то рекни. Аллилуйя. Вау, вау, огонь, огонь. Огонь. Вы знаете, друзья, сколько раз я вот так себя поджигал? Видите, приятели, сколько раз я так запалывал? Бывает, что мозги не соображают вообще, где ты находишься. Бива такое, что мозг си вообще не докажет уверенно, где си. Я говорю тебе, Бог свидетель. Я тебе рекам, а Бог есть свидетелем. Я вот так ходил, возлагал руки на свою голову. Я сам ходил, а вскладывал руки на свою голову. И говорил вот эти слова. А рекал тато слово. Огонь. Огонь, огонь. Ты возжигаешь мой светильник. А ты запалуешь мою лампу. Потом я открывал глаза, осматривался. Потом сам отеврел очи, а загляделся. И через некоторое время такого, ну, упражнения. А за некую добу того-то цвечения. Вдруг я чувствовал, что я вижу насквозь. Сам наяну уцитил, что видим наскрз. Я готов двигаться в слове знания, в пророчестве. Сам приправен идти в слово познания, в пророчестве. Я знаю наперед, что будет в каких-то обстоятельствах. Вим допреду, что се станет в неких околностях. И тогда я уже ходил радостно, говорил, ты возжигаешь светильник мой! А тогда сам радостно ходил, а рекал, ты запалишь мою лампу. Отец такой отец. Отец такой отец. Ничего от тебя не утаил и не зажал. Ниц пред тебе не таи, а не сховава. Амен. Амен. Давай ему славу воздадим. Дай ему славу. И вот. Я смотрю на часы. Вы заметили? Я на часы смотрю. Я садиваю на годинки. Шимли, часы я уже не ношу. Годинки уж не носим. Они на мне не идут. Они на мне не функуют. Останавливаться. Мы даже в Турции заселились в дом, часы сразу остановились. Když jsme se v Turecku nastěhovali do domu, tak hodiny se okamžitě zastavily. Вы слышали мое откровение об остановленных часах? Slyšeli jste mé zjevení o zastavených hodinách? Часы считают дни до смерти. Hodinky odpočítávají dny do smrti. И я им не даю шанса. А я им не давам шансы. Часов не было, когда Адам жил без смерти. Když Adam žil bez smrti, tak nebyly hodiny. А в чем смысл замерять свою жизнь? А jaký to má smysl měřit svůj život? Никакого смысла. To nemá žádný смысл. Часы были придуманы не для того, чтобы считать часы жизни, а время до смерти. Hodinky nebyly vymyslené, aby почитали годины живота, але час до смерти. Именно поэтому люди иногда друг другу говорят, а время идет. А прото некогда, если люди навзаем рикают, час де. Если ты не замужем, тебе говорят, а часики тикают. А если не если вдена, так и рикают, а годины доутикают. Я решил для себя, у меня вообще ничего не тикает. А я сам себе разорвал, у меня ничего не тикает. У меня тикает мое вечно бьющееся сердце отца. Ve mně bijeme věčně bijící se srdce Otce. Отсчитывая мои шаги из славы в славу. A počítáme kroky od slávy k slávě. Amen. Amen. Но все это хорошо. Všechno je to dobrý. Но у нас, по-моему, обед, да, или что там? Máme večeři. Сколько есть можно вообще? Jak je možné tolik jíst?
У нас уже, кстати, друзья мои, я вот сделаю последнюю фразу, скажу и пойдем на перерыв. Řeknu poslední frázi a půjdeme na přestávku. Практически все последние торжества, второе служение субботы проходят вот так. Практически каждое торжество, другое сромаждение є таковето. И я это не планировал. А я сам то не планировал. Потому что у меня есть послание, все как надо. Потому что я мам посольство, все как я потреба. Но это то, о чем я говорил. Але то є то, о чем сам мовил. Все меньше тостов, все больше вина. Стало меньше тосту, а стало больше вина. Отец хочет вот этой пьяной славы. Отец хочет ту опилову славу. Отец хочет торжества и праздника. Отец хочет ославу. Именно это делает сынов Божьих невероятно смелыми и безбашенными. Правда, это делает Божьи сыны неуверительно смелыми и блазнивыми. Именно это делает сынов такими, кто может ходить по воде. Нам все равно. Právě toto dělá syny takovými, že muže mohou chodit po vodě a jim všechno jedno. И именно это делает сынов теми, кто прекращает обижаться. А правда это делает сыны теми, кто перестает уражать. Чувствовать боль. Чувствовать болезнь. Именно это делает тебя целостным. То-то тебе делает целиствым. Чудесным. Nádherným. Когда ты можешь посмотреть человеку в глаза и сказать. Když se můžeš člověku podívat do očí a říct. Посмотри в небеса. Podívej se do nebe. Скажи, посмотрите друг другу в глаза и скажи, посмотри в небеса. Podívejte se navzájem sobě do očí a řekněte, podívej se do nebe. И следом скажи, отец, я вижу тебя. A dál řekni, отче, я тебя видим. Аллилуйя. Аллилуйя. А где Мирка? Мирка, где ты? Ты в порядке? Ты в порядке. У нас два ангела. Ангел предтеча. Маме два ангели. И ангел, который все устроит. Ангел, который идет вперед, а ангел, который все уделал. Я еще буду молиться на вас, за вас на третьем собрании. Еще я за вас буду молиться на третьем собрании. С маслом. Солеем. У меня есть к вам обращение. Мама к вам посольство. Но уже заранее скажу, мне кажется, что вам надо принять мысль. Але уж теперь се мне зда, что бисте мели принять мышленку. Что вам надо двигаться вместе. Же мате идти сполечне. Думайте над этим. Премышляйте над тем. Как твои дела? Як се маш? Дайте еще один микрофон. Еще один микрофон. Микрофон. Пусть бы он где-то впереди лежал. Как дела? Как ты машь? Ты отвечай по-русски, а вы переводите. Все хорошо? Да. Все хорошо? Я видел, тебе было очень хорошо, да? Видел, что тебе было очень хорошо. А почему ты плакала? А почему ты плакала? Я не знаю, как это объяснить. Не знаю, как это объяснить. Ты чувствовала любовь отца, да? Чувствовала си ласку отца, же? Я когда молился за тебя, очень сильную любовь переживал. Я, когда я за тебя молил, так сам сильнее проживал ласку. И отец тебя любит целиком. А отец тебя уполне милует. Знаешь, вот я вижу еще такое есть мышление немножко. Видишь, я видим, что маешь еще такое мышление. Вот это во мне отец любит, а это не любит, здесь вот так вот. Тото ма отец во мне рад, а тото не ма. Целиком тебя любит. Уполне тебя милует. И тело. И тело. И дух. И духа. Твое сознание. Твое ведомие и поразумение. Твои глаза. Твои очи. Он видит свет. Он видит светло. И ничего, кроме света. А ниц, кроме светла. Это про тебя. Это о тебе. Давайте отцу славу дадим. Дайме отцу славу. Отец, я благодарю тебя, что Восток открыт. И врата впускают эту славу, которую переживут Измаил.
водяной сын. Я говорю, царь, он воссядет и будет пировать в присутствии славы. Поехали! Опустите ее! Отпустите! Если человек напился, дайте ему полежать спокойно. Вот смотрите, все, кто будут смотреть эту запись. Два переводчика, оба в дупель. Демон. В этот раз ты точно сгинешь. Прочь! Прочь! Будь полностью исцелена вместе с дочерью во имя Иисуса. Ну-ка, вышел! Вышел из нее! Вышел вон! Гонь! Огонь! Поставлен на управление, поставлен как сын, на которому поставили печать на лбу, раздавать хлеб жизни, раздавать возможности. Это твоя судьба. Всю землю, ты можешь участвовать в нашем служении следующими способами. Первое. Поделись данным видео в своих страничках в соцсетях. Второе. Поставь лайк и напиши свой отзыв в комментариях под видео. Третье. Участвуй в этом своими финансами. Для этого ты можешь нажать кнопочку «Спонсировать» под видео и заполнить анкету спонсора, исходя из своих финансовых возможностей. Либо перечислить свои финансы по реквизитам, указанных под видео. Мы благодарим тебя за твой вклад. Небесная цивилизация – это семья и команда.